как Герман украл Рождество. Вилль сгибается наоборот. Стой. Наоборот. Наоборот, давай. Вот теперь тяни на... Всем привет, мы попали на Голодный чай! Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Футбольная мафия продолжается. Есть сегодня... какая-то мафия вот здесь, вот, по-моему. Мы двое с тобой, мы не разлей вода. Forza Resort впервые у нас. Супер Стас, также. Все для тебя, рассветы и туманы. Естественно, Тамби. Димка Егоров, точно, у нас также. А где, также, блядь, также, я тут терял. Также он новичок для футбольной мафии. Он вот тоже гонорар. Блять, почему у вас у всех есть какой-то реквизит? Потому что дура, дура, супер, дура, дура, дура. Команда-победитель и мафия из чужой команды получают 15 тысяч рублей. Офигенно! Офигенно! Отвечаю! Мой парень лох. Можно спура так в угол засаживать, но это просто пиздец. Думаю, на сами часа. Оправдался, мне Егоров не доверял после пропущенного. Слава богу, забил. Не, у нас сложно определить, кто мафия. Один человек все время так играет просто. Хорош.
изначально Сокольник с Димой. Он меня довез, а я ему еще поебал дал. Форза Мафия. Честно, я убежден, что Мафия забила сейчас. Кто? Ну, я имею в виду не именно Саня, а среди забитых есть Мафия. Реально, первую половину точно на меня надо было думать. Но потом был момент у Димы в воротах. Ну там типа не такой сильный, чтобы он отбил, завалился и ждал подбора. Клевой ты, кстати, сильный ему прям, ну, с надеждой, что Саня не догонит. Блять, как? Не, нормально. Я бы, честно, я бы, ну типа, я тоже изначально думал на Димона, но, блядь, мне кажется, его голевые действия, но он бы не стал, он бы мог дать сильнее, чтобы Саня не достал бы. Либо самому ударить, ну то есть у него хватило. Не, на самом деле он дал сильно, я просто в порядке. У нас все сделали голевые действия, кроме одного человека. Клёна? Да. Ну типа, просто потому что не выделяться. Это исключительно из-за чего я могу подумать на Антоху. Блядь, ну, у меня есть очень опасный мув на Диму, то что, ну, типа, с воротами была странная херня, правда. Но, в смысле, с воротами я стоял, глаз чесал, он в угол ударил. Нечай забил, но он бил издалека. Я думаю, он не предполагал, что забьет. В смысле, я прошел но было, максимально. Было там уже дальше уже было уже поздно. Когда у тебя эти ковыряшки куда-то в стену. Ковыряшки, да. Ну и второй вариант клёвый, потому что реально он не отметился действиями. Он не просто не отметился, он и не стремился особо, типа, там, забить или... То есть так, и получается, сейчас счет, на самом деле, удобный для Мафии. Человек обычно хорошо. С другой стороны, он реально... Он, получается, два гола, которых мы забили, он стоял в раме. Это тоже как он поучаствует в них. Да я нихуя что-то не думаю, пока что не очень сложно. Реально самый сложный пока что. Два зайчика закончились черных глаз. Я, скорее всего, буду подпёздывать сейчас. Давайте на счет три мы сейчас показываем на того, кого считаем Мафией. Раз, два, три. Клён, ты выбываешь. Ну чё вы такие, кидаки-то? Короче, я точно... Не голосую за Тамби и не голосую за Блата. Да, какой охуевший хуй просто. Нет, давай, если так, да, вот допустим, мой писак был тогда. Потому что я реально увидел, как Феникс начал забегать. То есть, ну, был вариант ему отдать, я вообще не видел. Я тебе сразу говорю, мне вообще насрать было, что ты там сзади стоишь. Тамби, ну, вытащил несколько раз. Он реально, типа, и тут, и там сыграл. Тамби выручал, Витя бегал за всех. Стас забил гол, против себя голосовать я не могу, я голос за Форзу кидаю. Не, я думаю между Форзой и Фиником, честно, типа, вот только два варианта. Форз, блин, тут сложно понять, типа, либо он труп просто, либо, типа, он мафия. Финик, мне казалось, что в некоторых эпизодах добегал, он в трех эпизодах жестко добежал, а в некоторых просто, типа... Ну, для меня, например, показатель, что на последних минутах, ну, понимаю, что, в принципе, он может не делать этот рыбок, чтобы на него не отдавали. Он побежал, но он побежал, сделал рыбок, и я ему пас отдал. Это при всем, блядь, что я он делал? Мог забить несколько раз. Ну хорошо, ну не забил, и что теперь? Давайте я начну, мой голос за Финито. Я просто сзади игру смотрел, я видел, кто не добегает. Причем, ну, при всем уважении, Финик вначале как будто специально не добегал, а потом в конце игры, когда, по идее, силы чуть поменьше. И решение принимал. Вот. Ну да, там он уже добегал, наверное, типа надо последнее впечатление. Ну, я, опять же, это то, что я увидел со стороны. Раз. Два, три. Ты на Форзу? Да. 2-2? Так, двое против Финита. 2-2, да, 2-2 у нас. И двое против Форзу. Я могу воздерживаться? Нет, все должны голосовать. Я думал, что... У вас теперь два кандидата, Финита и Форза. Форза, Финита. Вы должны, трое людей, должны решить, кого вы сливаете из команды. Я хочу, чтобы вся ответственность была на Стасе. Я голосую против Финиты. Ты против Форзы, а ты решаешь. Да, давай.
Все, вот Стас. Это пиздец. Ты решаешь, кто выходит сейчас из команды. Решение за тобой, Стас. Ну это нечестно. Просто скинь камень ножницы бумаги со мной. Раз, раз, два, три. Кто? Блять, я не загадал. Давай. Раз, два, три. Кто? Его оставляем. Финита, мы прощаемся с тобой. ФИФА изобразил фол и 4 раза пробил с центра. Не отдавай передачу. Там реально меня Стас пизданул, если что, я думал остановить игру, но всем похуй было, окей. Еще страшно. А по поводу ударов, ну, блядь, я не рассчитывал на силу там Дип, просто что он будет в порядке. Вот смотрите. Ну, либо мы выкинули клёна правильно. Ну да, это да. Один остался. Да, если правильно, я готов уйти, я серьезно говорю, но я он сразу... Одна мафия, да? Вы хорошо подумайте, потому что, ну... Меня смущает одно, что Дима и Герман могут играть, ну типа 5-3 это счет, который, если они останутся как мафия, они в целом могут сейчас нас заруинить в пенальти. Вот. Я готов ручаться. Готов максимально. Ну типа, блядь, я в целом сколько мы голов с Димой сделали здесь впереди. Ну типа, нам бы не составило труда раз шлепнуть мимо или отдать не точно. А ты по факту тащил, блядь. Ты по факту тащил, то есть просто не остается. Даже если... Ну по логике, да. Я готов уйти. Даже если Саня сейчас... Даже если он не мафия? Да, он не мафия, то тогда остается клёвый. По логике, да, но просто как драма, потом меня, если наебали одни из двух этих великих нападающих, будет очень трагично. Значит, ты меня наебали. Ну давайте голосовать. Я готов, давайте, да. Раз, два, три. Можно я первый скажу? Давайте отталкиваться от того, что я не верю, что у вас сил не хватило добегать, поэтому кто-то из вас. Если брать всю вашу работу, я тогда больше пользы принес. Я, блядь, голевую отдал. Я гол забил. Что? Я мог, блядь, пробить поворотом и ударить куда-нибудь в ничай опять. Я буду тогда так голосовать. Ну ты это тогда, блядь. Хорошо, окей. Раз вы так, блядь, расцениваете, не охуею, это что за хуета, блядь? Я расцениваю, что типа вы не добежали просто. Смотри. А я расцениваю, что ты играл в первом хорошо. Вот, вот, сейчас. Да. Это а сейчас будет... ты пытаешься, ну, это, возможно, на кого-то покажется странным, потому что первую игру, типа, он реально затащил, он был на каждом участке я поля. Я с Тамби даже говорил, ну. У меня есть ощущение, типа, что Блад немножко прикормил нас в этом плане, и во втором, типа, он стал уже менее активным, он больше сзади оставался, то есть такой, чтобы отдавал нам на решение. Знаешь, сколько моментов я засрал в первом матче?
как вариант, он мог рассчитывать на то, что типа я там засую во втором. Если это будет не Блад, то мы обосремся точно. Я везде добежал. Один раз вот когда типа голос убивали, я не добежал, потому что там уже просто большое преимущество было. Ну блин, я не знаю, как можно голосовать за меня. Короче, типа, смотрите. Я такой долбоёб. Что? Я в первом раунде голос не вкинул. Я мог остаться, блядь! Я что предлагаю? Я еще в конце первого тайма сказал, что, ну, я, блядь, думаю, что это не финик, мы его кикнули просто, блядь, по-тупому. Я думаю, в первом тайме... Это твоя идея была, Цуйфа. Нет, мы кикнули его. Я помню, что ты принимал решение. Да, это такое тоже припомню. Это Блата. Ну, я думаю, мафия Блата. По сути, забивает он, ну вот он забил. Ну и я охуевшие голевые отдаю. На счет три вы показываете на того. Стас, кажется, мафия, я буду ссылаться. Да, они не могут участвовать. Раз, два, три. На меня нельзя. А он? Почему ты не? Я не знаю. Хорошо, давай заново, давай. Давай. Раз, два, три. Показывай, Стас. Опять ты хочешь решать? Стас, показывай. Блин, ты понимаешь, что мафия всегда смотрит, на кого можно подсосаться? Ты сейчас хитро делаешь. Давай, раз, два, три. Да, блядь! Так, стоп. Против Блата, два голоса. Блат молчит. Если это ты, блядь, я тебе отвечаю. Вот если это ты, возьми вот так членство дружеское и выкинь нахуй его. Блядь! Мы финика кикнули, я сомневаюсь, что это он. Секунду, вот иди сюда. Ты знал, блядь, что это не я и пытался против меня настроить. Я думал, может мне, блядь, показать. Секунду. Я клянусь тебе, блядь, что я мирный житель. Я клянусь тебе. Хорошо. Все? Нет. Да. Все, я клянусь. Ну тогда все, это он. То есть ты знаешь, что это не я, блядь, ты мне поклялся, что это не ты. Я клянусь, что это... Тогда он кикнул твоих, блядь! Это не я. Стас, внимание, Стас. Тогда оператор, блядь. Нахуй вы, блядь, тут единственный забивал, блядь. Блядь, ты тоже меня забайкал на эту хуйню. Стас, не, ну это да, хуйня полная. Куда ты постоянно идешь? Давай, отнимай. Ой, все ясно. Что, блядь, что ясно? Так, по счету все понятно, но непонятно, кто мафия, поэтому продолжаем, чтобы посмотреть, кто мафия. Затылок. Последние удары, ну ни хера не понятно. Понятно все со счетом, но непонятно, кто мафия. Можно? Давай. Я уверен, что у нас мафия, мы выгнали правильно, и это Клен. Клен, покажи карточку. Ты пойман за руку, как дешевка. Показывай карточку. А здесь уже не такая уверенность, да? Смотрите, изначально я в себе стал сомневаться, мафия ли я или нет. Я не мафия. Так. Герман, на кого ты думаешь? Я уверен, что финита. Это, блядь, Блад. Я уверен, что финита, но он дурин, потому что он, блядь, мог спасть. Нет. Опа. Я уверен, что это Блад. Стоп. Смотри, я уверен, что это Фул. Секунду. Когда он бил мимо ворот, я... Секунду. Иди сюда. У нас на кону реально дружба. Иди сюда. Так, Блад либо Тамби. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасно, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой, что больше уже не встанешь. И совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как будешь двигаться вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Я всегда буду тебя любить. Ты мой сын, плоть от плоти. Самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет. А теперь иди нахуй! Танды! Танды! Выкини футболку! Я все тащил от души. Ну, во время голосования я просто не знал. Ну, я так себя дерьмово внутри чувствовал. Я вижу, ну, блин. Ребята, Стас потерял друга, но вы можете стать его другом на новом канале, который он сейчас создал. Супер Стас 2.0, так называется? Подписывайтесь на Супер Стаса, на каждого, кто поучаствовал в футбольной мафии. Они наконец-то подружились, и мы сейчас будем снимать вторую часть футбольной мафии. Если хотите побыстрее это увидеть, 80 тысяч лайков, и мы выпускаем вторую часть. Всем спасибо большое, обязательно смотрите в описании, переходите на каждого, это было жарко. Да. Надо отбить вначале какие-то мячи.
ну, постараться. В первом тайме ты отбивал. Да, а дальше просто быть Тамби. Так и вышло бы просто. Самое ужасное для меня в этой игре. Что ты поправился? Что врать тебе. Мне было неприятно. Но при этом он с бабками, а ты без. Но! Мне так нравилось, когда ты кричишь.